Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я нахожусь в районе Чикчили. Тут расстояние до моря приблизительно 1300 метров. Тут я нашел очень хороший вариант для большой семьи, 5+1, двухуревневая, первый, второй этаж. Здесь на расстоянии этот проект от торгового центра Аланью приблизительно 400 метров. Все магазины, торговые центры там находятся в шаговой доступности от этого проекта. Не буду много говорить, сейчас я быстренько покажу всю инфраструктуру, которая присутствует в этом проекте. Вот, значит, есть такой ухоженный сад. Есть бассейн. Вот этот проект, первый и второй этаж. Проект сдан в 2015 году. 250 квадратных вот этой квартиры, очень просторная спальня. Кто любитель таких спален, это тот вариант. Бассейн пока не заполнили за пандемии, планируют где-то 15 августа заполнить водой. Значит, здесь открытая парковка, несколько видов цветов, деревьев фруктовых также есть. Есть вход в открытую парковку. И здесь вход в нашу резиденцию. Вот здесь тоже такой газон ухоженный. Войдем в нашу квартиру. Но до входа здесь на нижнем этаже присутствует фитнес-зал. Он закрыт, пока тоже не пользуется из-за пандемии. Вот эта квартира прямо у входа. Здесь вот такая просторная прихожая. Вот. Слева от меня первая спальня. Вот. Такая с выходом на балкон. Здесь есть выход на балкон. Но я покажу вам балкон с гостиной комнаты. Вид на бассейн. Продается с мебелью, бытовой техникой. Здесь санузел, очень просторный санузел, света пока что нет в этом здании, то есть в этой квартире. Вот такой у нас здесь коридор. Пройдемся сразу в кухню-гостиную. Вот. Итак, значит, я сниму сбоку. Вот почти отдельная кухня, можно тоже отделить кухню от гостиной. Вот такой салон. И с выходом на балкон. Также здесь тоже неплохой вид. Вот вид туда. Там от природы еще есть. Сейчас постараюсь показать вам. Очень просторный балкон. До сюда. Вот такой вид. Теперь пройдемся в другую комнату. Вот стоит телевизор Бека. Вот бытовая техника, Арчелик, вытяжка Бека, мрамор, столешница, мойка, металлическая мойка, холодильник Индозит. Сейчас пройдусь-ка я. Здесь есть кладовка под лестницей. Вот такая маленькая гостевая комната. Комната отдыха или там дополнительно какая-нибудь комната. У него тоже собственный балкон. Такой балкон. Не маленький и небольшой. Где-то 4-5 квадратных метров. Сейчас я быстренько поднимусь на верхний этаж. Мраморной лестницы. Вот это прихожая второго этажа.
Начну я с правой стороны. Тут тоже дополнительная комната пустая. Не пользуется эта комната вроде. И здесь также есть балкон. Такой же, как внизу, я только что снимал. Такой вот вид. Здесь санузел с джакузи. Также здесь продолжение позади двери. Шкаф, все установлен. Здесь одна просторная спальня. Вот с выходом на балкон. Там также есть двери на балкон. Вот такая вот спальня. И самая большая спальня находится в этой комнате. Сейчас я вам конкретно покажу. Вот она такая, очень просторная. Есть шкаф-купе. Также с выходом на балкон. Здесь просторный балкон. Есть грил, установлен уже зона барбекю. Можно жарить шашлыки прямо, отдыхая на балконе. Вот такой просторный балкон, как внизу, одинаковый. Тут, значит, два больших балкона и два средних балкона с видом на бассейн. Сейчас я хочу подытожить итоги о этом проекте. Значит, дорогие зрители, квартира находится в районе Чикчили, неподалеку от моря, приблизительно 1400 метров. Рядом, 400 метров от этого проекта, расположен торговый центр Аланиум, всем известный. Там Ватан Бигисайрези, где компьютер, технологии продают всякое. Одна из центральных местечек Алании. Проезжают любые автобусы. Значит, цена этой квартиры 154 тысячи евро, 250 квадратных метров, двухуровневая, 5 плюс 1, шестикомнатная квартира. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, делитесь информацией, комментируйте. Звоните по номеру, который указан в профиле в описании, для любых консультаций. Может быть, вам понадобилось найти другую квартиру поменьше. Поможем, чем можем. С вами был Агаси из солнечной Алании. Желаю всем счастья, добра и здоровья. Всем пока-пока.